Друзья, кто-нибудь понимает, что вот это за грибы? Он растет на дереве. Примерно такой размером. И их вот много. Прям интересно. Напишите в комментариях, кто знает, что это за грибы. Здравствуйте, друзья! Приветствую снова всех наших болельщиков на второй части незаконченного шурфа. Вот такая вот у нас вот могила получилась. Вот. Огромная куча кирпичей. Я в тот раз не показал валун. Вот, или показал, не показал. Вот он, валун такой вот. Ребят, блин. Вот, блин, я его поднять не могу. Я его даже перевернуть не могу. Срез такой, да? Мне кажется, что это рука Ленина была. Мне кажется, окорок на этого. Окорок чего? Лошади. Окорок лошади, окаменевший, да? Да. Здорово. Вот смотри-ка, что-то выкопал, дай-ка позырить. Ух ты, какая кованинище. Да, слушай, трактор в этот, в колесо и все, приехал. Держи. У нас вот такие донышки лезут. С надписями, ну это СССР-ка все. А что тут? Пуговку выкопал со штанов фашистскую. Не было других. И выпал рамничек. Пятнарик. Ну что, подмахнуть? 43-й год, по-моему. Или 42-й. Не слышит. Жалко. Слышь, говорю, год какой-то волшебный. 42-й? Ага. 42-й, да, волшебный. Ладно, все, лезу дальше в норку. К одному пятнарику еще пятнарик один прилепился. Практически из того же места. Рядышком лежал. Тоже рамничек. Так. Что, ребяточки? Наконец-то золотище поперло. Партии. Партийка. О, пятачел с одной стороны золотишный, а с другой залип. Ну что, годится. Ну что, еще десятюнчик, тоже советский. Что-то сегодня вообще не ахти, да? Да, в принципе, это за пару часов кидание грунта. Да ладно, нормально. Вот. Остатки посуды.
Ладно, надо идти в лагерь, покушать, отдохнуть и спать. А, я забыл сказать, мы опять с ночевкой. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Ну, нормально. Думаю, завтра еще что-нибудь возьмем. Вот, я уже запихнул в рот кусок хлеба, прожевал и подумал, все-таки надо показать наш вот скромный ужин. Тут у нас вот лучок, свежие помидорки. Помидорка порезанная. Здесь еще яйка, вот, а там сальце, шашлычок, белый вкусный хлебушек, там вот горит котелок, вот. Судя по звуку, уже скоро это сгорит. Что-нибудь туда намутим, какой-нибудь чай из березовой коры, например, очень вкусно, очень полезно, рекомендую. Ладно, нам приятного аппетита. Не отвлекайте нас. Сейчас мы покушаем и спать. На повестке дня у нас Питачелло 39-го, по-моему. И 20-урик. Щитовичок. Но год, к сожалению, мы не видим. А еще вот такая дель. Гильза от противотанкового ружья. Если стреляли по танку, значит где-то в поле танк. Или в болоте. Могли не попасть. Ну прям уж не попасть. Наши не могли не попасть, наши всегда попадали. Ну что, ребяточки. А вот оно и рыжье. С камешком. Данную вещь вы можете приобрести, оставив комментарий под видео. Вот, а после такой находки резко все проснулись. Перестали быть сонными мухами и помчались перекидывать землю. Великолепная штука. Время к обеду, и мы решили перекусить немножко.
А перекусить мы решили двумя баночками каши. И чтобы не было сильно сухо, кинули туда баночку тушенки. Вообще замечательное сейчас получится, такой кулешек получится. Вот. О, откопал. Валера ложку золотую откопал. Но не отдаст, потому что у него есть ножик. Огонь просто. Да, это не то, что тут у нас набор из 80-х. Так вот, поскольку я забыл благополучно чашку, буду сейчас мутить из, наверное, консервной банки. А может, я вчера вот чай из этой, из миски пил. Вот из этой. Ну а что там даже вот остался? Что такого-то? Ну, чай, чай. Какая разница, из чего пить? Ну, ручки нет, нормально. Давай, наверное, котелок поставим, с котелка кушать будем. Ну, сейчас, да, естественно, а как? Так и сделаем. Что он там, посмотри, издалека уже закипел? Да, по краям уже бурлит. Отлично. Друзья, смотрите, какой великолепный экземпляр. Это гирька от часов. Часы-ходики назывались. Ну, просто народе или в принципе. На цепочках висели две гири. Там вот, кстати, на них еще видны какие-то куски то ли позолоты, то ли что. Может, она золотая. Позолоченная. Шишечка. Интересная штука. Так, ну вот еще три какие-то пуговки. Не какие-то, а три пуговки, да? Причем одна из них советская, в офигенном сохране, даже с ушком. Просто зачетная. Пряжечка, похоже, что алюминиевая, довольно-таки легкая. Ну и два советика, трюндель и пятнарик. Ну что, друзья, закончили мы полуторадневный коп. Жара сегодня плюс 30, вообще невыносимо копать. Абсолютно, ну тяжело, реально тяжело. Вот, у нас вот есть, короче, у меня советы, у Валеры тоже советы, ну у него и вот еще, короче, золотишко он прихапнул. Ну, нормально так. Колечко с камушком было. Пуговки, советики, овод. Вот пытается меня укусить за голый торс. Вот. Такая вот бутылочка интересная. Кто знает примерную дату, напишите. Шишечка великолепная от часиков. Клещи. Скоро ягодки поспеют в большом количестве. Можно будет приезжать и кушать. И набирать с собой. Вот. Такие дела, ребятки.
Все, до скорых встреч. Мы поехали отдыхать.